К главной теме этого дня – взрыву в Александрове. Он прогремел накануне в парке Сосенки. 38-летний житель Александрова в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в людей. Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Руслана Меньшикова, главного редактора газеты «Новый город Александров». Он выходит на прямую связь со студией «Вестей» с места событий. Здравствуйте, Дмитрий. Мы находимся на территории Сосенки парк города Александрова, где вчера, 25 апреля, приблизительно в 17:20 произошел взрыв. По предварительным данным, мужчина, местный житель, бросил гранату в людей. Пострадало 5 человек. Все они госпитализированы в Александровскую районную больницу. Сейчас находятся в реанимации. С ними работают специалисты медицины катастроф. По предварительным, опять же, данным, мужчина был не согласен с работами по благоустройству на территории этого парка. Конфликтовал с рабочими, в результате чего бросил гранату. ОМВД по Александровскому району по горячим следам задержали мужчину. Он находился на момент задержания в состоянии алкогольного опьянения. Следователи продолжают выяснять детали этого происшествия. Дмитрий, передаю вам слово. Руслан, спасибо. Руслан Меньшиков о взрыве гранаты в Александровском парке Сосенки. Ситуацию в Александрове взял под личный контроль глава региона Александр Авдеев. Раненым в результате взрыва оказывают всю необходимую помощь. Как уточняют в Следственном комитете, житель Александрова задержан по подозрению в покушении на убийство группы лиц общеопасным способом. А вот где мужчина взял гранату? Официальный комментарий Марии Серовой, старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета. Со слов подозреваемого, он приобрел боевое орудие около 2 недель назад у знакомого, с которым совместно употребляли спиртное. Причастность к совершению преступления мужчина не отрицает, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями Следственного комитета России проведены обыски в гаражах, жилище подозреваемого, а также иных лиц. Допрошены участники произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.